чемпионата. Накануне Ла Лига стартовала Классико. Атлетик Бильбао на своем поле принимал Барселону и одержал минимальную победу со счетом 1-0 благодаря голу Ариса Адвариала. Совсем скоро игра начнется. В Барселону пришли достаточно известные, сильные, можно сказать, уже игры официальные, предъявляют совсем другой спрос. Но вот этот состав, мы вполне... Ряд поражений Реал потерпел, в общем, достаточно крупных и болезненных, но это все четвертый номер. Брайан Мендес, 23-й, Денис Суарес, номер 6-й, 14-й, Станислав Лоботка, 8-й, Франсин заставил сфалить нападающего из Уругвая, Винисиус Джуниор, по ходу прошлого сезона, пережив зоны подготовки. Сейчас травмированный Эден Азар. Главная звезда, наверное, среди всех приобретений, цепляется за мяч Сельта и радикально меняется. Конечно, ее трансферы не так громко звучат. Это достаточно сильный удар. Ну и вот в первом туре этот вопрос снова актуален. Ну, как это все внутри происходит с мадридского Реала. Все, ох, какой заброс. Карима Бензема не выхватить этот мяч. А заброс был интересным. Но там еще и положение вне игры. Забрался Карим Бензема. Адриасола потихоньку, не сразу. Реал забирает мяч под свой контроль. Посмотрим, насколько вот это владение будет укладываться в... Так, и еще... Пошла подача кросса на месте. Борьбу за спасение. Все закончилось хорошо. И, конечно, Яго Аспас в этой... Бейл. Прострел с левой. И мяч в воротах. 1-0. Карим Бензема. И сейчас, конечно, эстраде достанется за не прозвучавший свисток. Мы с вами, наверное, получим возможность разглядеть во всех подробностях, что там случилось в центре поля. И как раз об этом сейчас Денис Суарес разговаривает с арбитром. Ну, есть помощники и техническая. Казимиру сыграл сначала в мяч, а потом уже столкновение было просто неизбежным. И Сельта пытается. Последний раз Сельта выигрывала еще в 90-х. О предупреждениях, о которых мы с вами уже сказали. Адриасола. Бейл. Очень тяжело даются игры против Реала. Своей тарелке, безусловно, себя чувствует и спокойно может себе позволить. Мячу ходить, без вас сыграть пяткой. Модрич. Пытался между двух. Но нарушение было, в общем, довольно жестким. Подача в штрафную Мадрида. 17-го года был как раз тот самый успешный. А сейчас неплохой розыгрыш мяча на левом фланге. Лоботка, проход. И здесь Фернандо слишком долго принимал решение. Более того, он был в положении вне игры. А проход... Пас направо. Здесь Кевин Васкес. Хорошая передача. И тут же сте. Адриасола, ну как-то слишком просто решил на Ласу обыграть, отпустил мяч от себя далеко, нарушает правила здесь, и которые они, будем откровенны, подбираются пока не очень часто. И моментов у Тибо Куртуа не было вовсе. Очень неплохо. Пас направо, оттуда встал. Зинедин Зидан, ну, вроде бы был, не понял, и там такое недопонимание. А вот момент, вот он шанс для Сельты. Ворота попадает не мяч, а нападающий. Казимиро, передача в центр штрафной площади, передача на правый край, и оттуда, угадайте кто, конечно, Яго. Сложное движение, еще одно, пас назад, Марсело, подача слишком высокая. Играет собственный штрафной Денис Суарес, уходит он играючи от Винисиуса Джуниора, и тот получает желтую карту. Брайс Мендес, вот сейчас Мендес с мячом. Ну, нет. Модрич. Модрич. И вот это настоящее спасение Рубена. Как красиво Модрич сыграл. Переступив через мяч, отвлек внимание защитника и сам себя вывел на удар при таких разных исходных данных. Это слишком сильно. Слишком много удар, но и ничего бы не было. Модрич. Снова попытка доставить мяч в штрафную. На этот раз по центру и на этот. Водка. Мендес.
Кюсель-то сегодня в запасе. Ну, посмотрим, чем эта атака закончится. Заканчивается она тем, что у Бензема мяч, чтобы осуществить трансфер Неймара уже в это трансферное окно. Ос. И Казимиро попробует пробить. Это удар в створ. Ягу Аспаса. А сейчас еще один момент. И снова великолепно играет Рубен. А Бейл наносит еще один удар. Ох, как ошибается Адриасола. Момент. Аспас разворачивается, проталкивает партнера. Удар. Гол! 1-1. Здесь, конечно, Адриасола должен принять на себя этот удар, потому что, ну, так вот своей штрафной заигрался и просто буквально подарил мяч Реалу. Яго Аспаса, может быть, там избивали, но это не важно, потому что он проталкивает мяч дальше на партнера, и из ничего буквально Сельта забивает свой гол ответный в первом. Тройка полузащитников. 10-й Модрич, 14-й Казимиро, 8-й Кросс. И в атаке удивительный такой факт. С линии штрафной, и потом справился с ударом еще и Бейла. А это удар на исполнение от Карима Бензема под дальнюю штангу. Здорово сыграл Марсело. Как он сейчас на левом фланге получил передачу, обыграл. Высокая подача. Рамос, безусловно, о которых мы, если доведется, поговорим. Пас в разрез. Отличный. Яго Аспас. И здесь Тибо Куртуа. Вот здесь нет положения вне игры. И Яго Аспас выскочил на ударную позицию. Но и Тибо Куртуа среагировал здорово. Вышел из ворот, не позволил. В сегодняшнем матче Габриэль Фернандес его получает. Реал продолжает атаковать и ищет шанс. Еще одна подача. На этот раз низом. Вот сезон 2000 при участии Яго Аспаса. Но, собственно, тут мы с вами Америку не открываем, говоря о том, какую роль он играет. Это нарушение правил. Лука Модрич в очередной раз сбивает Дениса Суареса. Прямая красная Луки Модричу в этом эпизоде. Эстрада, посмотрев повтор. Да, непростые 30 с лишним, может быть, 35 минут. Ждут Реал. Момент! Как простил Арауфо! Выскочил великолепно сейчас центральный защитник Сельты. Удар пошел прямо по центру, и Тибо Куртуа. Эч! Пробрасывает между двух. Кросс. Мяч под правой ногой. Удар! Вот это да! Серхио Рамос пришел поздравлять Тони Кросса. Вот это выстрел, и мяч, долбанувшись о перекладину, все-таки влетает в ворота. 2-0! А ведь могло все пойти совсем иначе. На каком языке сейчас Бейл и Кросс? Ну, немцы все говорят по-английски, поэтому Бейл, наверное, здесь не трудно что-то Кроссу сказать. Но Кросс, конечно, ну какой ударище! И Рубену ничего не очереди. Лоботка. Заброс. Если просто здесь еще в протоколе отмечена и карточка Яго Аспасу данная. Подача через дача направо. Альваро Адриасола. Высокая подача. Бензема выпрыгивает. Суарес. Его встречает Бейл. Страхует тут же Адриасола. Подача довольно. Суарес сыграл с партнером. Еще одна попытка забросить штрафную. Подача. Бейл. Ну, уперся буквально он здесь в сад. Мяч у Реала. Адриасола. Это распрямляет собственную атаку. Это Брайс Мендес. Передача. Яго Аспас. Мяч под левый. Удар по воротам. Рядом. Очень быстрая, красивая. Снова Казимиро. Встречает его здесь Фран Бельтран. События, которые происходили, да так и не произошли летом в Васкес. Прострел в штрафную. Денег этим летом, но Систо отверг ее предложение. И
сейчас, может быть, немножечко поторопился. Пас к штрафной площади. Лукас Васкес. 3-0. Ну, это конец игры. Мадридский Реал, забивая третий мяч на выезде, два из них в меньшинстве, пожалуй, подводит итог этой встречи. Может быть, не итог по счету, но итог по содержанию, по крайней мере. Красиво разыграли мяч перед чужой штрафной в кассу. Без пространства, без скорости трудно, конечно. Систо играет на левом фланге. Денис Суарес способен сыграть на разных. Справа есть Лосада, слева есть Систо. Передача на молодого Икера. Удар в дальний угол. Вот это дебют. Выход на замену в матче против мадридского Реала. И гол, ну, наверное, все-таки чуть-чуть подслащающий только общее впечатление. 1-3. Классная атака. Диоп, красавец, как здорово перешагнул через подкатившегося. Он уже выходит на поле. Вот такой вот казус. Рауха отыгрывает назад. Какой же шанс был у Сельты при счете 1-0. И сразу после удаления, буквально через...